Можно очищать квартиру в домашних условиях. Очищать помещение и зажигать огонь. Сегодня это хорошая примета. Для парапсихологов и магов 21 декабря – день особенный. Этот день очень благоприятный для гадания, для снятия диагностики, то есть прогнозирования. И тогда происходят какие-то изменения с астрологической точки зрения, с магической. Очень много каналов открывается различных, и благодаря которым можно получить определенного рода информацию. Сегодняшние сутки специалисты называют самыми темными за последние 400 лет. Совпали три события – полнолуние, зимнее солнцестояние и затмение спутника Земли. Недостаток света на настроение горожан никак не повлиял. О необычном астрономическом явлении многие даже не слышали, да и на самочувствии темные сутки не отразились. Темнее, вот чувствуется день такой пасмурный, но чтобы по самочувствию я пока нет, не чувствую. Погода изменилась, упало давление, ну, иногда голова болит. А так, собственно говоря, я вот особо не чувствую. Может, у стареньких бабушек и будет что-то со здоровьем, а у меня нет, я нормально себя чувствую. У специалистов на разговоры о недостатке солнечного света свой взгляд. Каждый организм индивидуален, а кто ищет оправдание или причину недуга, тот их всегда найдет. Люди говорят, что-то я неважно себя чувствую. Второй ему говорит, да, и я неважно себя чувствую. Наверное, сегодня какая-нибудь магнитная буря. Надо посмотреть. И где-нибудь они в интернете обязательно найдут какой-нибудь источник, который говорит, что да, сегодня магнитная буря. В древности день солнцестояния считали праздником тьмы. Чтобы избавиться от нечистой силы, даже обряды устраивали. Сейчас, конечно, через костер никто не прыгает, но поддержать традиции все-таки можно. Например, сжечь что-нибудь ненужное, только осторожно, и загадать желание. Кристина Трушна, Алексей Барыбин, новости, Телеобъектив.